Почетный диплом Стерлитамак получил как призер конкурса «Самый благоустроенный город России». Награждение состоялось в Совете Федерации. В фойе администрации города диплом займет свое место рядом с аналогичными. Первое место занял город Октябрьский. Город Стерлитамак совместно с городом Альметьевском поделил второе место. Этот конкурс проводится по 118 категориям. И туда входит озеленение, благоустройство города, наличие парков различных, асфальтирование дорог. В категории городов, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации, дипломом первой степени отмечен Ставрополь, второй – Уфа и Хабаровск. Как сообщалось, в 2016 году поток заявок от конкурсантов увеличился более чем вдвое – 150 заявок против 69 в 2015 году.